Юрій Олійник у нас сьогодні в гостях, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаємо вас. Доброго Дякуємо, дня, що Віктор. зранку завітали до нашої студії. І так, по поводу воспитання дітей, хотілося б поговорити, начать нужно з теми і з вопроса, когда стоит начинать. Ну, вероятно, бытует разное мнение по этому поводу, но так я, как я человек в этой теме уже с 2005 года, как ученая, то считаю, наверное, что с рождения. Даже Да. так. Есть даже мнение, что можно начинать это еще до того, как ребенок родился, когда он уже в утробе матери. Вроде как есть засобы, средства диагностики, да, кто будет мальчик или девочка, но они очень некачественные, несмотря на... Смотрите, по поводу вот родителей, да, вот более практичные, если советы давать родителям, то как с ребенком, малышом, который только родился, уже проводить это вот воспитание? И в чем Нет, оно дело в том, заключается? что нет, прям с тем, который родился, Да. заключается в том, что родители, ухаживая за ребенком, они не делают вид, что у него не существует половых органов. Знаете, как обычно тут глазки, ручки, ножки, а это белая зона. То есть также относиться к половым органам ребенка, так же, как и ко всем остальным частям тела. Естественно, непринужденно и Так так, как есть, так есть, надо да, уже об как этом есть, так и говорить, да. есть. А потом, вот, скажем так, от рождения, но все-таки стоит, наверное, разделить на какие-то возрастные вот группы или периоды, когда вот надо дозированно давать информацию ребенку, чтобы уже к Знаете, взрослению он понимал, что к чему, а не 18 лет, бах, и информация, как было раньше, но сейчас интернет помогает. Знаете, дело в том, что еще в 19 веке это сделал ученый, всемирно известный Фрейд, да, я прошу прощения, немножко волнуюсь. Он разделил на этапы, когда происходит психосексуальное развитие человека. И как раз три этапа припадают на дошкольное детство, как это неудивительно. И получается, первый до годика, второй до 3 лет, и три с 3 до 6-7 лет – это когда ребенок должен получить правдивую всю информацию от своих родителей, конечно, желательно, о том, как он устроен, откуда берутся дети. Ну, то есть это... А дальше уже в начальной школе происходит социализация, то есть он уже учится дружить, мальчики учатся дружить с девочками и наоборот, да. А дальше, конечно, подростковый возраст самый такой ответственный в этом отношении, и происходит уже сексуальная ориентация, до 12 лет складывается. А по поводу вот полового воспитания, в советское время это была непопулярная тема, и многие вот очень часто слышу от преподавателей, да, в университетах, что когда раньше поток был и там эту тему поднимали, то все прятали глаза, сейчас намного проще со студентами работать. Я так понимаю, что на сегодняшний день в первую очередь нужно работать с родителями, и вы эту работу и проводите. Естественно. Естественно. Дело в том, что у меня есть опыт этой работы, я уже сказала, в течение 11 лет. Есть учебник половое, статей о выховании, Зрифа Министерства Украины для студентов, будущих учителей. Сейчас эту тему необходимо не только с родителями, но и в общественных организациях поднимать, в детских садах, школах. Ну, вот я хотела бы немножко рассказать о том, что сейчас у нас в Николаеве проходит очень интересный проект. Клуб ответственных родителей, Да, 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 вот. да, да, да. Вы, наверное, в Фейсбуке тоже эту всю информацию следите за ней. Значит, при поддержке, при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии работает в Николаеве проект, который называется «Заменим стены открытыми окнами». И я была, ну, очень рада, довольна, что меня пригласили поучаствовать в этом проекте в качестве мастера. Действительно, на базе библиотеки Кропивницкого создан клуб ответственных родителей, и я вела там мастер-класс. Значит, там была тема родительского ликбеза, где мы теоретически вопросы Ликвидировали это да, все, да, обговорили, да. И безграмотности. было пару практических занятий, которые закончились такой родительской газетой. Там, где как раз вот и мы разделили, вот о чем нужно говорить с детьми, в половые вопросы какие поднимать, с дошкольниками, с младшими школьниками, с детьми уже, которые в средней, старшей школе. А по поводу вот родителей, которые принимали участие в клубе ответственных родителей, как они относились к этой тематике и какие вопросы возникали, самые популярные? Знаете, самое
популярное было обсуждение того, что надо или не надо говорить с ребенком на эти темы, потому что каждый вспоминал свой опыт, и если из присутствующих родителей только два человека сказали, что с ними родители говорили на эту тему, остальные сказали, нет, нам ничего не говорили. Это осталось белым пятном. И сожалели, да, сожалели об этом. Но было даже такое мнение, что, ну вот, ничего не говорили, и вот вырос же я, вот человек нормально, все в моей жизни, значит, и так пускай и дальше так будет. Но все-таки мнение превалирует сейчас, что с детьми надо об этом разговаривать. Надо разговаривать, знаете как, вот недавно тоже посмотрела, в Ютубе попался ролик иностранный, там, где родители очень некорректно с детьми разговаривают на половые темы, то есть они вот так вот, ребенок понимает, что его снимают на камеру, и начинают задавать очень такие, ну, прямые вопросы, где ребенок стесняется, дети закрывают уши, дети отворачиваются, говорят, я не хочу это слушать, это неприятно, это противно, а родители все равно им рассказывают настойчиво. Я считаю, что это, ну, некорректный такой подход к этому вопросу. Самый, на мой взгляд, правильный вопрос, правильный подход, это когда родители дают детям правдивую информацию в ответ на их вопросы. То есть ребенок взрослеет, у ребенка появляется естественный интерес к этому половому вопросу, и он начинает задавать свои вопросы. И опять же, не надо опять его усаживать и читать там нотации и долгие лекции, даже если вопрос прозвучал. Нужно ответить очень коротко, четко, ясно и доступно к пониманию ребенка. Как, между прочим, ребенка. Как и на другие вопросы. Да, так же, как и на все остальные вопросы. Смотрите, есть современным родителям также в помощь множество книг сейчас с иллюстрациями совсем, даже для малышей, там, где как устроено их тело и так далее. Это тоже помощник для родителей, которые тоже могут и стесняться это как-то обсуждать с детьми. Я с вами очень согласна, но дело в том, что литература тоже есть очень разного качества, так скажем. Когда я делала анализ литературы в помощь якобы родителям в половом воспитании детей, то разделила ее вот на таких три, как говорится, категории. Первый, который я вообще никогда бы не давала не только детям, но и родителям в руки, потому что... Уничтожить вообще, да? Да, это вот из той серии, что я сказала, когда все жестко, четко, ну, даже где-то грязно, можно так сказать. Бывают такие, где какую-то информацию выборочно родители посмотрели, они могут ее использовать, а тут там энциклопедии, там и такие все. А бывают очень хорошие, действительно, есть очень хорошие книги. Я, дело в том, что я веду два блога. Один блог как ученая и автор. Там только мои авторские материалы, он называется «Семейные секреты» Лии Олейник. Если набрать в поиске этих четыре слова, то очень легко, он прямо на первой странице на раздаче попадает этот блог. А второй как... доцент, как преподаватель института, в котором я работаю, он называется «Навчание для майбутнього» Лія Олійник. И там есть рубрика «Половое воспитание», статей «Виховання». И все материалы, все публикации, и, кстати, анализ вот литературы, то, что вы спросили, и любые вопросы, и все мои публикации с международных, там, всеукраинских конференций, местного уровня каких-то мероприятий, мои статьи, мои публикации, книги. Ну, у меня 6 грифованных Министерством образования пособий, касающихся именно вопросов половое воспитание детей. Да? Да. А по поводу, возвращаясь еще все-таки к тому моменту, где вы контактируете уже с родителями, вот этот клуб ответственных родителей, в результате все-таки к чему пришли? Вы говорите, газета это, и по поводу практических каких-то моментов, и может какие-то секреты, ваши советы для родителей, как все-таки себя вести, что делать, что рассказывать, что нет? Да, может, что-то стоит упустить? Очень обращаются часто с такими вопросами, но все это индивидуально. То есть я не могу каких-то дать общих каких-то рекомендаций, советов, я уже общий сказала по этому поводу. Дело в том, что вот опять же 24 числа в 4 часа в библиотеке Кропивницкого будет диспут в рамках такой заложенной программы «Экология семьи». И там подиспутируем еще на эту тему. Поэтому надо кто или не надо заинтересован, говорить. Приходите, задавайте вопросы. Да. На все, я думаю, найдется ответы. Ну и самое главное, ответы можно находить на блогах. Я, познакомившись еще на клубе ответственных родителей, тоже зашел на блоги, посмотрел уйма информации. Только читать и осознавать ее. Ну и, наверное, финальный все-таки вопрос на сегодня по поводу полового воспитания. Мы говорим о том, что вот если сделать такую аналогию, это больше, наверное, мое опасение, и хотелось бы то ли развенчать, то ли подтвердить миф. Вы говорите, да, что не разговаривали раньше и выросли нормально, все хорошо. Не приведет ли это к тому, что сейчас, если мы будем разговаривать, то это приведет к чему-то хуже, что будут очень раскрепощенные дети, возможно, какие-то еще проблемы у них будут?
в будущем? Вы знаете, наверное, недаром сегодня наша встреча накануне Европейского дня защиты детей от сексуального насилия. Угу. Этот день будет завтра. Он всего лишь второй год отмечен в календаре. И в прошлом году Совет Европы выпустил специальный мультик к этому дню. Значит, мультик есть на Ютубе, он называется «Расскажи об этом тому, кому ты доверяешь». И я была очень большое удивление, что я посмотрела этот мультфильм, просмотрела, и всего лишь за год его посмотрело 256 человек. То есть просмотров, да, но тема, вот как вы говорите, тема закрытая, люди не готовы еще, ну, как это, ну, говорит о том, что в обществе очень низкая сексуальная культура, так скажем, да. Вопросом, вроде как вопрос очень интересный для всех, все хотят, ну, хотят где-то вшушукаться, не хотят... Все в кулуарах. Да, все тихонечко, чтобы никто не узнал, что мы об этом говорили. Ну, говорить-то надо. Дело в том, что в этом вот мультике говорится о том, что если ребенок не проинформирован, если ребенок не знает, он становится потенциальной жертвой. То есть он подвержен таким вот нехорошим вещам, как, которые могут с ним случиться, если он не владеет информацией. А когда... Дело в том, что уже опять во всем мире уже ученые признали, что интерес ребенка к тому, как он устроен, откуда берутся люди, откуда взялся он, это естественный познавательный интерес. И то нужно его удовлетворять. Лучше проинформировать и убезопасить своего ребенка. Да, да. Но опять же, это должно быть очень дозировано и, соответственно, его возраст. Ну что ж, спасибо вам большое за вот такие, скажем так, базовые советы, конечно же, общие, да, конкретно уже это в ситуациях нужно рассматривать. Я благодарю вас за встречу сегодняшнюю. Нагадую нашим телеглядачам, что сегодня спілкувалися на тему статевого виховання дітей з кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри теорії та методики дошкільного та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. И волонтером центра «Диалог». Да. Можно много-много еще. И самое главное, что вы социально активный человек со своим мировоззрением, которое популяризируете с каждым днем и приносите в массы информацию. Спасибо вам большое за работу.